Ремонт дороги на этих улицах производился целой бригадой асфальтоукладчиков и асфальтобетонщиков. В целом восстановлением верхнего слоя покрытия проезжей части занимается 15 человек, а также два катка, трактора и самосвалы. Общая площадь получается порядка 880 квадратных метров. Старые куски, которые были не сделаны, мы их сейчас заново перекрываем. А это плановые работы? Это плановые работы, да. Как известно, на ремонт сельских дорог Сочи выделено 336 миллионов рублей. Власти города отмечают, жизнь в высокогорных районах не должна отличаться по уровню комфорта и благоустройства от прибрежной части курорта. И на это будут направлены необходимые средства из бюджета.